в быстром режиме. Все, залетаем. Блять, как он заебал. Мне пишет пиздец. Сообщение в секунду. ШПС ВХ, ДЦ, блять, 25 рок, 30к ДПС, ДК танк ДД, лок. У кого лидер или зам? Кому написать, чтобы приняли? У всех ассист. 15 минут мы этого ебанем еще нахуй стрелы захуярим, блядь. А, я уже в рейде, нахуй, летим, нахуй. Сейчас, блядь. Ты побудь, короче, в этом. У нас сейчас ульда. Если б сразу собрались все, пошли бы келя бить. Чем посмотрим? Пусть ребуты все равно ребут ждать. Бабычки бьем? Да, я это самое. Я вот не знаю, давай подумаем, блядь. Просто я выпануться не хочу, нахуй. Пошли, давай в бабычки ебанем. Давай, давай, блядь. Ебанем, конечно. Сейчас я лечу, нахуй. Три. Кого там в обычке идти ебануть? Робота пидора этого ебаного железного, нахуй. Тогда на вара прыгаю. Да какая тебе хуй разница, блять, вар, нахуй. Я, а я Витя здесь? Прыгнул, да, что-то. Кинь инвайт, я тебе в личку написал. Нахуй тебе вар, блять. Ульде. А нахуй тебе волнир? Да, угу, спасибо. Ну чё, ебанулся, блядь. Ну, это равносильные эти вопросы. Владимир, мы друид инвалиду собираем. Ты чё несёшь-то, блядь? Вот. А вар нужен побытать. Ну все, иди в жопу, блядь. Не пускают, блядь. Иди уже, танчи, блядь. Заебал. Должен был уже в рейде быть. Ну потому что думал, что будет кель. Начал кель, то уда, то... Хуель нахуй, ты видишь рейд на келе, блядь. Рарник, он сидит на Толгороде, блядь. Ему нахуй не надо в рейде. Урги сидит в Долоране. Там три слота нахуй не хватает на келе, блядь. Вот этот Бурн нахуй, это кто нахуй? Это 30к мага? Блядь, не ругайся, да? И... Чё, я в льду с собой пойду? Я же сказал, я с собой буду по минимуму. Не, я и говорю, я ник хуй знает, кто это. Но это маг мой, твинк, я вот дыхать. Я-то откуда знаю? Вот я и говорю, что я не вижу рейд на льду. Ну вот, допустим, в Адиконном в Эдру зайдут на нормальных персов. Дальше кто там? Вот три слота, видишь? То где? Где они, Урги, блядь? Зайдет. Урги в рейде уже. Так Урги здесь. Рарнику, блядь, пизды дать, нахуй. Где он там? Хули, какой Толгород, блядь. Вот сейчас сколько там до ребута? 14 минут вот после ребута смотрим. Ну, 25 тел надо, чтобы было. Вот рарник и два слота. Это кто два слота вот этих? Где они? Кто-то же должен быть на них. Где Авелания? Будет? Он написал, там призванная Авелания, надеюсь, 15 минут опаздывает. Ну вот они как раз должны быть, потому что ему надо... Призван на час-два. Как на час-два, нахуй? Ну, я тебе читаю, призван на час-два. Ну, похуй, блять, кого-нибудь поищем тогда. А. Призван, да. Вот Авеланию надо, потому что ему надо хильнуть, блять, а мне с собой, чтобы БР был. А чё это за хуйня, Алгалон подаст сигнал убийству через 60. Это залупа, нахуй. Там доехали нет, до этой нет, хуйни? Нет, да мы тут втроем едем потихоньку. Так, так блять, пиздец. Сам Шраб, ну а чё я сделаю, блять, если мы втроем? Лок, где Притон? Лес Тиракар, нахуй. Притон, ты в Дисе? Ну давай... Этот. Я вот сейчас долечу, блядь, камню подойдем. Надо сумануть, сесть на машины. И там доезжайте до этой, до комнаты. И там только два больших убить, и все. Остальная параша вся сывейдится. Вот тыкаем на сумон. Камень у входа где-то? Да, вот и я. Потому что сидеть и смотреть, что у нас две дырки в рейде, типа, и ждать, пока они зайдут, мы можем вон ебануть, блядь, 3-4 босса. Если бы еще минут 10 назад пошли, то пока... ЦЛК 25 обычки. Ты давай лети. Не, я в льду не полечу, я говорил. Ну, блядь, привет. Хуя ты, блядь, дикий, нахуй. Я не дикий, я честно сказал. Если бы вы рещи все раздуплялись, зашло 25 тел, сразу полетели бы на келя. Так я ж не против, я ж согласен. Ну, я лишь зашел четырем в
А чё, тебе в лом нахуй помочь или чё, пацанам нахуй? Или что, или ты просто посидеть, посмотреть хочешь? Ясно нахуй, что там всё проносится. Но да ладно, чё вы наезжаете? Ульду пронесём и без него. Не, пронесём без него, ну типа нихуя себе, как это выглядит. Ну не хочет ЕП. Мы сейчас, да хуй с ним с ЕП, блядь. Хуй с ним с ЕП. Просто мы сейчас пойдём. Так я просто в ахуе. Ну как ты, просто в голове... Как вот? Ну он сказал, ну не хочет он. Подожди, мне просто интересно, что в голове у человека. Мы сейчас пойдём все вместе на Келя, и ты туда пойдёшь с нами. Ты же не пойдёшь туда без нас или с пуганой. На Келя я пойду. Ну, а почему в льду не помочь? Мы же, типа, блядь, те же самые люди. Я уже говорил, Слава. Я в ахуе людям, просто с такого. Людям нужен отдых. Семидневный РТ забивается ненужными рейдами. Угу. Вот и все. Вот шем твой ненужный, нахуй. Может быть. Без него, нахуй, все пройдется, блядь. Он без Т5, нахуй. Только да, без Т5. Без Т5 тоже проходилось, когда... Слушай, мне надо было куски не брать просто, нахуй, чтобы такой залупы не было. Отвечаю просто. Меня. Может их удалить нахуй? Послушай. Хули меня. Слушать нахуй? Залупу эту. ДПСа мне похуй. Лимита. ХПСа надо столько, сколько захватит урона в рейд. Да ладно, того, реально что ли? Будет 200 000 ХПСа. А ты не учитываешь ни ошибки, ни хуя людей, да? Ты думаешь, люди идеально урона отыгрывают 10 000 урона лутают, да, как губки нахуй? Кто-то это рассчитывал? Ты ошибки говорю. Людей не рассчитываешь? Да, что вы начали тут этот? Ну не хочет, пусть не идет, и все. Я тебе говорю. Да я просто в ахуе из такого это отношения. Это не Келли, не 25 гер какой-то, где нам, блядь, нужен лонч. Главное, я посижу, типа, в сторонке, нахуй. Ну, ебать, сиди, нахуй, хули, блядь. Ну, пусть сидит. А... Если для тебя это... Ну, я сиди, сижу, нахуй. Я сижу, посмотрю видосы. Почти сиди, делал. Сиди, блядь. Самые, блядь, ебаные, нахуй, самые ебаные поступки, блядь, я посижу, нахуй. А вот на Лича, на Келе я зайду, как съезжу, нахуй, то же самое. Я ебал, нахуй. Я ебал эти легких боссов, понимаешь? Я ебал этих легких боссов, проносите тоже на Лича меня позовите, нахуй, пацаны, я пойду, блядь, видос смотреть. Так дело не в Личе. Да какая разница, нахуй, это, ебать, те боссы легкие, делаешь? Это тоже легкие боссы, ты их, нахуй, помочь с пацанам не хочешь сходить. Слава, знаешь, почему от тебя ушел там Шалфир, Транквилла, вообще эти люди, знаешь, почему поуходили? Потому что знаю, нахуй, под... РТ. Знаю, их невозможно знаю. Рейдить 7 дней в неделю по 4 часа в день. Ну все, да, ну иди, да, иди, давай. Иди, отдохни тогда. Уже. Ну, вот я тебе говорю, что я не хочу ходить Леха, в рейды, в которые... Ты в игру зашел и просто посидеть иди хочешь. Игры и выйди из диса. Я сейчас выйду и лягу на кровать, если будет вот. Туда. Мне похуй. Да. Я сказал уже, что будет, блядь. Мы до ребута закроем босса, блядь. А, ну так. И мы пойдем к Келе, блядь, если зайдут два человека, которые сказали опоздают, нахуй. А ты сиди в сторонке, нахуй, смотри, блядь. Надеюсь, тебе, блядь, всю жизнь это будет помниться, нахуй. Ебать, и даже палец за палец нельзя стукнуть, нахуй. Пусть этот Транквилла не пиздит. Заезжайте, нахуй, в он ушел из-за прогресса. А вот это... Ежедневно, нахуй, в игре, нахуй. А я вот понял, эти... Это... Да потому что нахуй стоять, блядь. Уезжай. Залупу-то бесконечно слушать, нахуй. Подъедь ближе. Устал, Слава, ближе подъедет, говорю, я не достаю. Идите сразу в ту гильдию, где, говорю, за два дня все проносится, нахуй. Там забудь реклама вот шла, это, нахуй. Слава, ёбаный потому что я не могу, нахуй, я не понимаю, ой, как блядь, так, нахуй. Заебёшь. Ну если в этом цель жизни, все, пожалуйста. Да, блядь, уже реально бесит, блядь. Только началась РТ, блядь, всякая хуйня тут происходит, блядь. Можешь успокоиться, правда, Слава? Ну, я не знаю, нахуй. Ну как так, блядь? Ну все, он сказал, не хочет в льду ходить, ну и пусть не ходит. Потом он скажет, как Седжу, вы меня на Лича только позовите, нахуй. Мне там нужна Глора или еще какая хуйня. Или на Джайну, нахуй. И что мне делать с ним? Типа с этого же начинается. Так же, как и все, прикикнешь и все. От всех я стелиться должен, нахуй, а помочь пацанам нельзя, нахуй. Это ничего не значит, это ничего не усилит, ебать. Хуя, блядь, знатоки, нахуй. А по поводу того, что ушел, я говорю, один другой из-за 7-дневного РТ,
Ванька, да, ушел отдохнуть из-за 7-дневного РТ. А Транквилла, блядь, остальные, они пошли за прогрессом. Потому что пусть не пиздят. В той же за Сибири, блядь, 7-дневный РТ. И пусть не рассказывают мне, нахуй, сказки. Похуй, мне вообще. Найду других, нахуй. Всяких вон неаполитанов научу, нахуй. Найду. Ну, блядь... Заебал, ну не найду, ну, нахуй. Заебал, и все. Тебе обидно слышать, да это? Не пизди нахуй вообще, блядь, в ту сторону. Да, в натуре. Кто не нахуй. Найдут. Тогда надо было сказать. Да похуй, пусть хоть все развалится с такими. Ну, просто вы же сами сидите, блядь. Давай шкаф. Затягиваете это все. Было бы 25 тел в пати, уже бы давно на келя пошли. Не, блядь. Ну там опаздывают люди, блядь. Ну, опаздываю. Некоторые сидят чьи. Я ебу нахуй этой курицы. Дай шкаф? Ладно, похуй. Похую нахуй. Просто, блядь, ГП в ебу тогда и все. Блядь, ты... Ты хоть дал бы пожрать, а? Толк жрал. Одно время. Да он про рыбу, наверное. Я про рыбу имел. Ну я тебе о чем говорю? Есть надо, Эдуард, ты. Ты вообще там не пизди. Под руку. Сейчас я начну, погоди. Знаешь, почему у тебя ты ушел, блядь? Тихо, блядь! Это сейчас, короче, я после этого босса на паладина прыгану. Ты заебёшь, Гоша. Там ребут будет. У нас ребут будет. Она приземлится, ребут будет сразу. Ну, кажется, на вале, на паладине, господи. У нас хилов, так знаю. Ты, блядь, на будешь на престазах. Здрасте. Ребут. Можно вот, если будет по партии. Зайду на преста, если... Можно плюсануть в рейд. А партии за этим последует? Пиздюлина последует. Последовало, классно. Ну, успеем убить ее, нет? Нет, ну, да. Почему нет? Она спустится через... Ну, успеем. Секунд, и мы ее убьем за минутку-две. Я нажму... Ну, тогда надо герой. Я нажму легендарную кнопку. Ты, на... ты лут там поставь, друг, осколок. Альт F4. Звездопад. Ну, групповой стоит, нахуй. Надо групповой, блядь. Заберут еще осколок, нахуй. Ну... Мне как-то вар нажал, нахуй, и у него осколок лежал, нахуй. Так пусть отказываются, хули-то. Блять, я тебе говорю, блять, человек да, ошибся. Да, неплохой трофей, я бы тоже взял себе на какого-нибудь вара или маг. Ну, вот видишь. Да, согласен, на вары, некоторые могут вары, даже это специально сделать. Останки с валаниром бегают, да? 300 ГП за это наградить, и пускай сидит с кем. Давай, блядь, угораешь. Давайте. Брустанули. Всё, Гену, дайте. Так, а я к неаполитан взломал начальник огни. Было, блядь, тупое, сука. Блять, звери, парни. Второго мы уже точно не успели. Ну все, этот самый не было, да? Ну и все, этот самый. Бидон, давай резче обмен. После ребута. Какую эпоху? После ребута в этот летим. Какую тебе эпоху, бидон? В око?